Начеку не только дружинники и полиция, но и пожарные. В частности, этой же ночью им пришлось тушить открытое пламя в сауне на улице Кутикова. ЧП произошло около 22 часов. На место прибыли несколько пожарных расчетов, а также спасатели, полиция, врачи скорой помощи. По предварительным данным, никто не пострадал. Люди, находившиеся в тот момент в здании, успели его покинуть еще до приезда огнеборцев. Мы находились в комнате, где, на кухне. И нам стали стучать снизу, сказали, что горит крыша. Мы могли, выбежали. Люди тоже все вышли с второго этажа. И мы увидели, что уже полыхает крыша. Но мы все документы забрали, да, мы успели взять сумки и выйти. И здесь уже приехали пожарные практически через 3 минуты.